Здравствуйте! Вас приветствует канал SPV Comp. Сегодня хочу показать, как настроить эмулятор PC CX2 для того, чтобы поиграть в игру JackX Combat Racing. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео, по верхней. Мной эмулятор скачан, я приступаю к разархивации. Корень диска C. Настраиваем. Запуск. Выбор языка. Применить. Далее. Выбираем плагин 2017 года. Сразу его настроим. На хардваре поиграть не получится как следует. Поэтому выбираем вот этот вот плагин. Software OpenGL. Заходим сюда. Ставим вот эту галочку в обязательном порядке. И здесь немножко подправим. 60, 56, 56. Сохраняем. Окей. Геймпад. Играю на клавиатуре, поэтому сначала мышкой кликаю кнопку L1. Теперь на клавиатуре нажимается та клавиша, что станет L1. Так по аналогии весь геймпад настраивается. Те, кто предпочитает играть при помощи настоящего джойстика на этом эмуляторе, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как его настроить, если его помощью уже играть. Ссылка на видео будет в описании. Квадрат 0, старт и селект. Когда будете довольны тем, как настроили, кликните применить и ОК. Звук остается без изменений. Играю при помощи ISO-образов, поэтому выбираю Linux SO. Те, кто хотят играть при помощи DVD-диска, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как играть и запускать игры на этом эмуляторе при помощи DVD. Ссылка на видео тоже будет в описании. Далее. Япония 2000, BIOS, который следует выбрать. Завершить. Выключаем консоль. Ставим галочку «Всегда спрашивать». Вот она стоит. Настройка эмуляции. Отключаем преднастройки в обязательном порядке. Многие проматывают это все и этого не видят. Применить. 1024 на 768. Применить. Спидхаки однозначно включены. Делаем так. Применить. Здесь без изменений. Запускаем. JackX. Combat Racing. Так, F4, чтобы ускориться, промотать поскорее все логотипы и заставки. Игра 2005 года. Так. Чего у нас ничего нет. Так, ну это какая разница? Пускай так. Ну, пожалуйста, запиши. Не надо ничего не форматировать. Опять что ли? Иначе надо было. Что ли? Так, ну что, погоняем. Ну, пускай вот это вот. Оффлайн, ну давайте оффлайн. Ускорение, если не ошибаюсь, да, оно было не самое. Так, от одного избавились и тут же застряли. Хочу.
понял. Меня кто-то взорвал. Как-то гонка не задалась. Точно не задалось. Кстати, надо выключить F4, это скорость какая-то бешеная. Что же я взрываюсь-то, а? Да, нужно изучить трассу. Давайте по ноль. Что-то как-то обидно. ПС у нас не проседает. Вообще нормально работает. Ё-моё, не увидел. Ё-моё, завернуло меня. Что ты будешь делать, а? Так все хорошо шло. Это отвратительное место. И который раз здесь.
Кстати, давайте попробуем на хардвар переключиться. Так, OpenGL. Хардвар. Да, здесь все верно. Я поставлю на четверку. Здесь все оставляем. Basic и агрессив. И сразу у нас тормоза пошли. Поэтому оставляем софтвар. Еще один момент. Давайте попробуем хотя бы на двойку, что ли, поставить. Я еще и третий. Ну, вот так это работает. Все показал. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал Spavocomp. Ставьте лайки. Заходите на наш сайт spavocomp.com.